Island Paint карта. Paint карта. Island Paint. Хрен знает, что это за карта. Вот с острова на остров тут надо что-то делать. Играл или не играл, не знаю. Раз, два, три, четыре острова. Причем капочки в начале D, а потом B и C перемешаны. Ну, сейчас позырим, что это такое. Так, там какая-то херня творится. Взять, конечно, эту штуку. Я когда-то давно ее, кажется, играл, эту карту. Радары, топливные баки, командиры. Блять, я не вижу, откуда стреляют. Какая-то хуйня полная. Пейна какого-то. Лоток тут нету. Нет, вообще есть. Так, ну-ка. Вперед. Не задерживай, давай сюда. Какие-то стены непонятные. Так, ну где? А тут аккуратненько. Ну тупо давай-ка все это. Ах ты зараза. Все, не все. А вон стоит. Они все тупо сюда идут, ты их ликвидируешь одного за другим. Все нормально. Что-то там еще крысятся откуда. А вот он. Сейчас ждем, когда он поднимется. Готов. Надо аккуратно очень идти. Снимут. Хрен знает, откуда обстреливают. А вот все нашел. Ждем, башка появится, сразу убьем ее. Подожди, не получилось. Сейчас ждем. Все, капут. Зараза. Так, нормально. Тут видишь, простреливают снайперы со всех сторон. Так, ну тут надо посмотреть. И брать КПХ. Все, КПХ взята уже.
А нормал. Хорошо, хорошо. Все подрывать придется. Куда-то бьют. Все, я нашел его. Готов. Вот надо сюда посмотреть. Что-то какая-то буча идет. Только, блядь. Они выходят. Сука, вот. Не, все, пизда, им не уйдут. Да не, все, им пизда. Там у них стоял на готове катер, ну и все, кирдык. Хрдык. Ну и отлично. Я не вижу. Так, так, так. А вот. Сейчас, секунду. Все, пизда тебе, пизда. Все, блядь, еще на перехват катер. Это плохо. Да вон еще одни. Клево, а тут они устроили. Блядь. Эти катера не могут по носу стрелять. Да, вычислил, где гранатометчик. У них недостаток, что он по носу не может стрелять. Вот сейчас удастся их уничтожить. Так, не знаю, не знаю. Отлично. Давай вот тут на ту кассу смотайся, проверь. Надо с этим островом Д покончить будет. Я хочу сейчас вначале на разведку быстренько сбегать. Ты сука, блядь. Ой, видишь, котел. Капец тебе. Блядь. Ты сука. Вот суки. Так, ну давай, в общем, там коса-то не зачищена. Надо с ней остров Пейна. Здесь остров Дини Хоппера тут. А тут остров, вон там вертушечка. Блять, где он там стоит? Нихера не поймешь. А вот он. А все, конец ему. Так, ну короче говоря, надо все подрывать теперь. Очень давно я эту карту тоже играл. Один раз, наверное. Так, короче, надо с этими заниматься тарелками. Да и все. Потом уже туда еще два острова, которые дамбой соединены. А там, кстати, вот интересный момент, а-то вроде легко взять. А Б там вот в С будет какая-то старая крепость. Да? Блять, катера, сука. Котера. Мудаки на катерах, видишь, плавают. Вот их сейчас будет еще перебить. Так, давай тарелками заниматься. Это еще не все, там еще наверху надо смотаться. Ты, блядь. Там готов, кажется. Так, это нормально. Смотри, смотри. Готов. Еще остров этот хорошо охранялся. Народ.
Стрелки вон повсюду стоят. Еще за капониром находились два крена. Ну так, вроде бы ликвидировал я их. Ты вроде бы, может, все их и зачистил даже. Капонира-то без крыши, как бы, укрепление. Есть разные, видишь, название форта, там полностью закрыты эти-то коммуняры какие-то, дот-зот придумали термины. Капонир идут или нет? Раньше назывались простые, а форт это более мощное укрепление. С перекрытием, как правило. Блять, вертуха летит. Сбивать ее. Где она там, блять? А, хера теперь ее собьешь. Не знаю, вертолет вооруженный, нет, она сейчас будет смотреть. Давай, иду и последнюю тарелку уничтожь. Да блять, он летит, сука. О, пизда-то, блять. Только я уже выскочил, он. Тут как тут. Так, ну-ка давай-ка сюда. Где ты, где ты, где ты? Вертолет, похоже, не вооруженный. Сейчас мы ебучие, надо от них уходить. Пизда, блядь. Я еще взрывными стреляют. Будет еще их потопить. Вертолет говно, он не нужен. Так, обстреляли. Экипаж, видишь, там стоит абсолютно открытый. Никаких ни щитов, ни башен, ничего нет. Сейчас посмотрим. Да видишь, море-то не очищено. Давай-ка мотай. Ну все, готово. Такс. Еще попытаться острова на лодке достичь. С островом ТД все покончено. Первая фаза операции выполнена. Так, ну-ка давай-ка. Там катер вон плавает. Блять, вот эти козлы на катере плывут. Ты пиздец. Там я снял, правда, половину борта ему. Сука, эти херы на катере заебали. Его сейчас как-то потопить будет, постараться. Так вот, не достать уже до него. Так, а перехвати этот долбанный катер. Выйди из-под огня. Все пизда. Все пизда. Вышел ты из-под огня, хуй там. С
этим катером еще будут проблемы. Пока никак его не уничтожить. Блять, на весну нихера не. Ну блять, сука, нихера не делай. Главное, что внизу строчка не исчезает. Так и будет, это надо едать, наверное. Блять, этот катер. Ядер. Вот так-то. Ну все, ему на ракердык. Все, экипаж его выбит. Нужно было сразу добить. Зря что я отёк, пизда ему. Так, еще какие-то козлы стоят. Сука, два. Два снайпера, ну-ка давай-ка, давай-ка. Так. И все на Д, ведь это остров Д. Вот не вижу еще, откуда он бьет. Блять, не вижу, откуда бьет. Блять, катер! Сука, все в море, в катерах. Это все пизда. Остров... Не, вернее, это остров А. Не ты... Разве ты так высадишься? Да вон этот снайпер, блин. Там хер знает, сколько плыть. Не, капец. Низко летает вертолет. На нем ракеты, кстати. Обстреливает берег в двух шагах. Так, где этот козёл-то? Тебе. Так, пизда. Ну вот цель теперь на остров А проникнуть. Я что там тоже дохуя снайперов. Так. Надо бы, конечно, снайперку брать. И не достать. Так, нормально.
всех направлений. Там катера. В общем, там, короче говоря, у них гавань. Где-то закрепиться, катерная гавань. Там и плантон у них есть. Поливай аккуратненько. Окей. Так. Опа. Блять, я тут бы вертушку снять. Я даю снять. Укрепленная, конечно, гавань. Так. Откуда стреляют? Ну-ка. Долбат вертолет. Лучше всего не нравится. А вон козел сзади. Там он на маленьком островочке закрепился. Ну вот, нормально. О, еще один. Капец. И тут еще надо добежать. Так, что-то там кто-то бьет. Кто где, непонятно. Блин, с огромного расстояния откуда хера здесь? Блять, все пизда сейчас будет. Стреляешь-то, блядь. До форта добежал. А все, нашел его. Все, капец ему. Там хорошо укрылся. Ну что, где у нас тут КПшка-то? Наверное, в этих руинах, похоже. Так, нормально. Блять, все пизда. Чуть не дошел. Ладно, хер с ним. Давай сейчас прямо туда, в порт. Мотай. Попробуем что-нибудь сделать. Наверное, это сегодня уж хватит. Третья по счету карта. Надо еще и доиграть. Это далеко не конец. Thank you.
козлы еще плавают. Блин, откуда-то долбают. Вертушка заебала уже. Топливные вот эти канистры надо подавать. Сухопутные и плавучие. Блять, катер. Пока там никак не закрепится. Ученик там много. Цель остров, это понятно. Вот и конец. Так, а теперь надо туда бежать. Стараться, чтоб тебя не убили. Где парализатор? Давай, давай, вовнутрь. Пышка-то вон здесь. За. Ну все, нормально. Ёбаный в рот. Фу. Отлично. Надо все эти баки подрывать. Сейчас я еще хочу немножко по порту проверить. Сейчас мы с ними должны разобраться. А, блядь, не сюда. Слушай, не сюда. Теперь нажимать на точку А. Да, блядь, сука, ты ёбаный в рот. Секунду. Хуйню тогда, ладно, подарю сейчас ее сразу. Блять, это херня. Вообще я заебала. Вот там стоит козел. Нет. Да блять, ну нельзя ж так делать. Нужно постоянно обновляться. Давай вот так, нажимай нормально. Короче, давай, поскорее ликвидируй. Ты, блядь, их там дохуя.
Все, сейчас подорвем. Ну, нормально. Накрыли, как говорится, лавочку. Там он еще один сайт. Не до конца сейчас. То есть надо будет. И не один, а даже. Так. Пизда, блин. Да, не получается. Кажется, пристрелил. Так, вон еще один стоит. Окей. Молодец. Так, подожди. Вторую какую его. Сделал тут дрянь, я смотрю. Никак ничего не сделать. Очень сложно все укрепились, суки, хорошо. Сука, так нара не получится. Давай возьмем катер, ты их потопим просто. Будет вот это еще сейчас подорвать. Там, смотри. Готов капонир. Там мост. Еще там мост стоит. Штурмовать мост, что ли, придется еще? Блять, не попасть. Какая хрень ты, ёбаный. Окей. Блять, там этот ебучий катер, он просто заебал. Чё там пизда за мостом-то творится, пизда. Короче, надо все топливные баки сейчас ликвидировать быстренько. Ой, ну ничего ты не тут оберешь. Сука, блять, этот катер он заебал просто. Плавает и плавает. Блять! Классно. Сходил.
ебать, брат. Сложная позиция такая. Катер ёбаный, сука, заебал. Вроде вышиб этих козлов оттуда. Так, надо в общем подорвать. Все, вали отсюда нафиг. Так, первые баки уничтожены. А теперь смотаться сюда сделать дело. Сейчас попробуем уничтожить. Ну вот я не знаю, что дальше-то делать. Тут у нас катера уже нет или есть? Так, давай, короче. А, нет, стоит, стоит. Суки, они просто заебли. Ну, давай-ка вот сюда. Пизда, блядь. Катер, он просто заебал. Не знаю, может, даже их два там. Подожди, надо с баками закончить. Возьмем потом катер. Пойдем с катером уничтожить. Ну, чтобы зазря не тратить время, давай на каждый кидай. Это у меня два заряда. Так. Смотри, эта сука опять плывет. Оба бака ликвидированы. Да хер его знает, не знаю, тут вроде бы... Не знаю, есть тут что еще? Нет, трудно сказать. Ну, короче, надо брать. Может даже снайперку взять. Может пригодится. Да на катер прыгать. Блять, это сука. Ну просто долбает. Плывет и плывет, ебаный в рот. Давай скорее на катер. Это мной повернуто было в зенит пушка. Вот оно удобно, у мола стоит. Даже прыгать особо не надо. Так, поехали. Только будь аккуратен. Говно плавает. Долбать по ним. Вряд ли ты теперь далеко уплывешь. Скотина. Там еще есть у него одна. Посылай ему вслед подарок. Что эти вот? Все, пизда. Пизда, пизда. Так.
сука, там еще. Да блять, их там дохуя. Тонны просто этих катеров, блять. Блять, только не сюда. Вертушка поднята. В таком случае надо сбить ее. Такс. Надеюсь, катер-то стоит. Если он одноразовый, блядь. О, херня-то будет. Нет, стоит. Долго просто бегать. Так, все нормально. Будем, значит, на катере прорываться. Ну, острова, все уже полностью зачищен. Теперь вот на остров С надо прорваться. Последний. Да это сука плывет. Все, капец ему. Будут хорошо. Давай-ка обстрелей-ка. Последнее огневое сопротивление на острове А. Так, к мосту. Плывем. А тут все покончено. Или все равно еще кто-то по вертолету бить. Наверное, капуты. Все, капут, ну хорошо. Ой, слушай, там катер. Уничтожить. Все потопил. Давай-ка обстреливай крепость. Вроде бы там все нормально, они вылетают оттуда. Да нет, катер-то не уничтожил. Сука активно отвечает. Так, ну короче говоря, что у нас там творится? Взять капуку, что ли, проходит. Мачту. Лыжечку. Так, а тут никого. Конец. Так, короче, тут мы все подзачистили.
кого-то вышиб? Нет. Там, там он стоит вдалеке. Все, снес его. Еще он один козел стоит. Давай. Все, снес. По руинам. Так, а теперь подплывай поближе. Подожди, надо выскочить. Давай, бери КПХ, короче. Замок-то все равно погиб. Ты, блядь! Козел. Видишь, какой хитрый козел. Лихо он там замаскировался. А где боеприпас? На выходе, что ли? КПшка-то взята. Так, ну все, надо брать, наверное, пулемет, похоже. Такс. Идут в гору. Точки С. Там вон замок. Успешно, в общем, мы ворвались на остров. Ты, блядь, там, смотри, круто. Все пиздали. Круто, круто, ярски. Так, в общем, давай туда, короче. Туда. Ну, катер теперь уже, наверное, вряд ли. Замок-то все равно будет в долине. А еще закрепиться около него. Вертуха где-то летает, блядь. Хорошо. Блять, как стреляет. Какая новая. Наверное, не сбить так будет. Да еще и не одна, похоже. Надо все сбивать. Вначале так не пройдешь ни хвера. Бери гранатомет. То есть, ну не гранатомет, стингер. Стингер. Такс. Где ж ты там, зараза, летаешь? Раз. Все, готов. Не странно. Но там еще один летит. Наверное, был обстрелян, так. Повреждение имел. Ну где ты? Давай, 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 давай. Блять. Там дохуя это. Два вертолета, наверное. Короче, надо снова бежать за патронами. Два вертолета. Остается теперь замок. Все. Еще надо до него добежать. Вертушек дохуя, блядь. Надеюсь, они там не беспрерывно взлетают. Хотелось бы. Поднято две опять вертушки. Ну а где это-то? Надо сбивать, пока шум вертолетов не прекратится. Какой же смысл туда бежать?
упавшие вертолеты. Так, сейчас давай дождем. Вон там трупаки, кстати, появились в небе. Это какой-то баг из вертолетов. Вот еще один летает. Да хуя, наверное, вертолетов было поднято. Короче, надо бы с ним покончить. Так полагаю. Сука, они их постоянно, блядь, поднимают. Наверное, это бесполезно. Разбить их невозможно. Поэтому сейчас, наверное, придется туда бежать сразу. Сейчас забил, не знаю, шума вроде как нет вертолетного. Но сейчас посмотрим. Надо сейчас прорываться туда будет. Будем надеяться, что с вертолетами покончено. Давай машину свою любимую. Машине жалко. Так, ну ладно, давайте на машину. Блять, уж нет. Порывают никак. Так, по бачкам. Уже, конечно, сильно. Регенерируются ли эти козлы? О, блядь, никуда не надо. Куда тебе не надо? Так. Они могут регенерироваться, я смотрю, все время. Будет тоже проблемно, значит, подорвать последние баки. Блять, пиздец. Так ничего не получится, наверное. Да хуя, блядь. Я расскажу, что никто уже не зайдет. Люди в устава никто вообще не зайдет. Заходят.
сука. Все, ведь я взял сумку. Отлично. Надеюсь, закрепился тут уже, короче. Все. Сейчас доделаем дело. Пулеметчика снести. Это еще будет достаточно сильная пальба. И тут надо еще все это подорвать. Подрывать тут, смотрю, надо немало. Там регенерируется, видишь, в чем дело. Блядь, откуда хуярит-то? Ой, подобнее. Блять, вот где-то... Там, в общем, короче говоря, где-то херачится. Какая-то пушка. Вот за холмом. А тут что, тоже кто-то что ли есть? Это тоже может быть. Так, короче, я все зачистил практически. И новые не появляются. Надо вот этого козла снять. Ой, не получилось. Тут еще боеприпасы так хрен найдешь. Тут вообще есть? Боеприпасов-то нет, вот оно в Б только. А проверить, чтобы тут никого не было сейчас. Сейчас уже дело идет к концу. Каких-то главарей снял. Ну-ка, вон стоит козел. Вы его там видите, так вот же. Наверное, надо подняться. А где лестница? Лестница. Так, вот здесь. А вот он вообще как на ладони. Все готов. Командир пишет ликвидирован. Блять, сука, прыгает. А вон, вот, кстати, боеприпасы в этом арсенале. Ну, короче, надо все сейчас мотаться, уничтожать. На этом дело это и кончать. Может, конечно, они тут еще могут тоже иметься в наличии. Чё-то узнает. Так, ну...
какие-то спрятавшиеся козлы. Ну, вначале давай подорвемся. Ну чё ж ты, сука-то? Так, ну-ка. Всё, пизда ему. Ну все, давай, короче, занимаемся этой херней банановой. Так. Так. Давай снова за боеприпасом. А давай быстрее. Хорошо, давай теперь дуй вниз потихоньку. Так, сюда. Сюда, ну-ка, схватим. Мощные взрывы, блядь. Так, ну короче. Снова машину. Так-то удобно. Поставили машину. Было заниматься подрывами. Ну и давай сюда. Вон, смотри, там козел стоит. Ну-ка, давай-ка. О, все, кстати, конец, даже не успел его убить. Все, конец, считаем очки. Так, итак, Джон набрал 1373 очка, 233 фрага. Вот такая вот вещь. Считай, две с лишним роты уничтожил. Ну, молодец, острова Пейна карта.